Брестская детская стоматологическая поликлиника – это одно из тех мест в городе, куда юные пациенты порой приходят со слезами на глазах. Зубная боль, к сожалению, дело малоприятное. Поэтому задача докторов этого учреждения – объяснить, рассказать, а иногда и наглядно показать каждому ребенку, почему так важно сохранять свои зубы здоровыми. У каждого доктора свои секреты, которые помогают малышам немного расслабиться и избавиться от страха перед бормашиной и белым халатом. А зубным врачам дают шанс провести обследование и лечение быстрее и с минимальными болевыми ощущениями. Важно найти ключик к сердцу каждого малыша, уверена заместитель главного врача Брестской детской стоматологической поликлиники Татьяна Сукач. Вот уже несколько десятков лет этому талантливому специалисту такая задача по плечу. Я всегда говорю, это считаешь, что это твой ребенок. Поэтому вот как бы ты сделал своему ребенку, отнестись точно так же к этому. И хотелось бы, чтобы если ребенок вот попал один раз, то обратно приходил, уже не боясь, приятно так, чтобы все было у него хорошо, ему понравилось у нас. Запоминаются дети, которые первый раз приходят менее контактные, а потом, когда ты с ними встречаешься в городе или где-то, не в стенах поликлиники, они подбегают, здороваются сразу, здравствуйте, и обнимаются, и когда человек говорит, мы к вам еще придем, это очень хорошо, вот мне это очень всегда нравится. И когда уже прибегает в самых неожиданных местах, и еще могут кричать, что это наш доктор, который нам лечит зубы. На вопрос о том, как пришла в профессию стоматолога, Татьяна Анатольевна Сукач любит отшучиваться. Родители привели. Очень они хотели, чтобы их Танечка стала врачом, лучше всего зубным. И их желание сбылось. После окончания школы Татьяна Сукач стала студенткой столичного медицинского вуза. Уже после первых нескольких лет учебы педагоги увидели в ней детского специалиста и настойчиво рекомендовали связать свою жизнь именно с этой специализацией. Они нам прочили, с высоты взрослости, как мы относились к своей работе, они сказали, что будете работать детским стоматологом. В частности, это было сказано мне. Благодаря, еще докторам, когда приехав на работу сюда, в Брест, по распределению, заведующий отделением, будучи тогда детской стоматологии, Абрама Екатерина Петровна пригласила меня в детское отделение. И так оно, судьба и привела меня в детство. Так и вышло. Яркое подтверждение – одна запись в трудовой книжке. Сегодня о своем выборе Татьяна Анатольевна не жалеет. Считает, что в работе с детьми ей удалось найти себя. Если бы начинала все по-новому, все равно бы выбрала эту специальность, уверенно говорит Татьяна Сукач, принимая в своем кабинете за день не один десяток нуждающихся в ее помощи пациентов. Нисколько не жалея о выбранном пути, она смело идет вперед. Главная награда, считает доктор, это искренние улыбки детей, которые после лечения с удовольствием посещают профосмотры и не боятся приходить в поликлинику еще раз.